Приветствую, уважаемые женщины и девушки, все те, кто смотрит мой канал. Сегодня хочу вам предложить еще одну великолепную маску, очень простую в приготовлении, которая направлена на питание, увлажнение и осветление кожи наших прекрасных лиц. Эта маска будет состоять из петрушки. Великолепное средство мое любимое, которое я очень часто использую по уходу за лицом. Затем мед и концентрат лимонного сока. Ну а сейчас приготовим эту масочку. Ну вот сейчас мы приготовим маску для лица. Вот здесь у меня уже приготовлена петрушка. Я ее нашинковала мелко. Теперь вот у меня баночка с медом. Что хочется сказать о меде? Конечно же, это великолепное очищающее средство для кожи. Мед способен глубоко открывать поры, выводить из них грязь. Мед также является эффективным увлажнителем, что очень важно для нас. Удерживает влагу в течение длительного времени. Делает нашу кожу сияющей, мягкой и эластичной. Способен защищать кожу от солнца, помогает восстанавливать силы и продлевает молодость. Подытожим это все. И, как итог, мед – натуральное средство для предотвращения морщин и замедления процесса старения нашей кожи. И сейчас я, конечно же, добавлю вот лимонный концентрат. У меня он в такой вот баночке. Продается он во многих супермаркетах, лимонный концентрат. Лимон – отличный увлажнитель, глубоко проникает в кожу, разглаживает морщины, хорошо отбеливает, поэтому его, конечно же, в основном используют при проблемной коже. В косметологии производят всевозможные средства с содержанием лимона, для ухода за руками, лечение перхоти. И также, конечно же, является лимон одним из компонентов различных кремов по уходу за лицом. Ну, вот такая вот смесь у меня получилась. Ну, вот такая получилась у нас маска. И мы приступаем к тому, чтобы наложить ее на наше лицо. Ну, сейчас, поскольку уже наша маска готова, теперь мы ее наносим на лицо. Опять же, петрушку вот я не жалею. Как всегда, накладываю на для того, чтобы петрушка поработала против отечности, поскольку в ней такие прекрасные ингредиенты, она прекрасно увлажняет кожу. Ну, вот сюда еще вот эту вот зону. Ну вот, как-то так это все выглядит. И опять оставляем на 10-15 минут. Ну вот уже по истечении 15 минут я удалила маску из петрушки, лимонного концентрата и меда. И сейчас вы можете наблюдать, вот лично сами уже являетесь свидетелем, какой эффект, в общем-то, она уже произвела. Лицо, я так думаю, что гораздо стало как-то, вот знаете, вот белее. И кожа такая более шелковистая. И, конечно же, уже обработала лицо свое тоником. И накладываю опять питательный крем по моему типу кожи. И такими легкими поглаживающими движениями.
нанесла крем на свое лицо. Ну вот, сегодняшний уход за лицом завершен. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте свои лайки, подписывайтесь. Желаю вам быть всегда красивыми, здоровыми. И до новых встреч, уважаемые женщины!